Всем привет! Вы на канале «Вкусный уголок». Сегодня простой ужин, который особенно понравится детям. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, берем 300 грамм макаронных изделий. В принципе, подойдут любые. Но лучше всего брать вот такие полые, видите, с дырочкой в середине. Теперь их нужно отварить в слегка подсоленной воде до готовности, но не переварить. Пока макароны варятся, берем емкость, выкладываем сюда 600 грамм вкусного творога. Добавляем 4 крупных яйца. Если у вас мелкие, то можно взять и 5. Сахар по вкусу у меня 120 грамм. Пакетик ванильного сахара 8 грамм. 200 грамм сметаны любой жирности у меня 15%. И все хорошо перебиваем вот таким погружным блендером до однородности. Вот посмотрите, вот такая масса у вас должна получиться. Когда макароны приготовились, добавляем сюда 100 грамм промытого изюма. По желанию корицу молотую, если любите. У меня здесь 1-3 чайные ложки. И макароны, которые я промыла в холодной воде. И все хорошо аккуратно перемешиваем. Теперь берем абсолютно любую форму. У меня вот такая прямоугольная. Дно я устелила пергаментной бумагой, а бока смажу немножко сливочным маслом. Выкладываем сюда всю массу, равномерно распределяя. И ставим заранее разогретую духовку до 190 градусов, примерно на 35 минут. Смотрите по своей духовке. Вот такая красота у меня получилась. Оставляю остыть. Вот посмотрите разрезик. Макароник получается очень вкусный, сытный и нравится всем без исключения. Попробуйте приготовить. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много вкусного.